хорошо эту пальтишко, да? Да. Нахожусь на площади трех вокзалов в Москве. Вот прямо Ярославский вокзал и здесь прямо передо мной Ленинградский вокзал, а сзади Казанский. Да, привет. Можно вас заснять, нет? Да, давай. Вот Геннадий, посмотрите, из Риги приехал. Ахмат Сила. Ого, да. Как вот так вот. Я записываю для своего канала Яндекс.Зен. Давай записывай. Какие впечатления о Москве? Ну еще впечатления. Или вы из Италии, вот судя по шапочке Италии. Читай на голове. Да, оригинал. Да, какие впечатления о Москве? Очень хорошие. Надеюсь, ты сегодня покажешь мне этот город. А, да, да, да. Мы сейчас как раз поедем на Красную площадь другие достопримечательности посмотрим. Меньше вот языком, больше дела. Вперед. Сейчас. Go, go, go. Этот. И вот погода сегодня такая холодная. Воскресенье. Какое сегодня число? 30. 30 апреля. Это завтра уже 1 мая. Да, с 1 мая. А, да, 1 мая, да. И вот такая, такая холодрынь. Легендарное кафе «Вареничное». Ну, в общем, привет из Москвы, конечно, всем передаю. Наше дело правое, мы победим. Ну да. Вот. Ну, вообще, что Геннадий интересного в Москве увидел? Что увидел? Рюкзак, ну, смотрю, полный. Набрал, наверное, еды в Латвию. Подарков. А, подарки, да? Подарки, в Ригу. Сувениры. Ого, да. Какие сувениры? Ну как, таблетки от головы, мази различные, эти самые антибиотики. В общем, да. Подарки и сувениры называется. Ну я передавай привет Риге, я тоже из Риги, так что. Карты Таро. Всем привет. Ого, да, да. Карты Таро. Да. Нашим латвийским ворожеям. Да, спасибо большое за все. В общем, всем привет в Риге передавай. Ну и вот последний взгляд на площадь трех вокзалов. До свидания всем.